Блин, реально, опера все первые. Капец, жуть. Да, снайперки я и на втором, на своем маке не брал. Не люблю их. За все время реально, пока играю, по пальцам одной руки можно пересчитать, сколько меня со снайперки убивали. Ой, там РПГ у чувака, ядрен бубен. Надо валить отсюда. Не-не-не, дядь, я тебя увидел. Ты уж меня прости, что я как бы знаю, как играть. Ну, что-нибудь дай. Навряд ли эта граната сейчас откинет эту стенку. Вообще даже не дернулась. Твою ж дивизию, а там ящика. Ух ты ж, ебаный бубен. Вот он, да, парень, ты с оружием, я вижу тебя. Пойдешь брать? Давай, у меня как раз гранатка сейчас перезарядится, эти ошибки. Ух ты ж, ёб мать, да ты с этим самым. Пулеметом. На тебя, балбес. Капец. У него тоже, да, я смотрю, все так же хорошо, как у меня, поэтому он и провтычил. Так, что здесь у нас пусто? Пятеро, до турели надо бежать. Ну, вроде на турели, да, никого. Ой, запутался в своих ногах. Так, на турели, вот почему я так кручусь. Потому что потом ты хрен успеешь развернуться. Кто вот так вот ткнется в одну сторону, пока сбоку увидит, это все, это подбежал, зарезал. Бойня идет, дробовик, все это жопа, я против дробовика ничего не сделаю с пистолетом, тем более с первеньким. Так, ну ладно, ну давай здесь. Ух ты ж, ё-моё, зря я прыгнул. Ай, не хочу, все поздно, надо было раньше бежать. О, давай, давай, чувак побежал куда. А ну вернемся назад, нет? Да хер он вернется. Черт, ну мне нечем вас убивать. Так нечестно. Все, пусть они там гасятся. Блин, первый. О, 13-я граната уже получше. Ну-ка проверим. Где ты, парень? А парень наверху по-любому налови. Не успел. Вот сюда сейчас ловил. Нет, не словил. Да ладно, вот Серега, тащи как надо. Спасибо.